1 января внедрили новые обязательные пенсионные взносы от работодателя. Это с 1 января 2024 года будет составлять 1,5%. С 2025 года будет составлять 2,5%. С 2026 года 3,5%. С 2027 года 4,5%. С 2028 года 5%. Работодатель будет перечислять за работников, родившихся с 1 января 1975 года. Для них будет в пенсионном фонде открыт специальный спецсчет.